Чё, Локи там подлетят какие-нибудь Венс? Было бы неплохо. Центей, иди сюда, вот тут уже. Крепость в Дискорде. Да, я здесь. Ты в ОК обычке был? Умеешь там что-нибудь танчить? Нет, Вока не был. Садись, давай же конфетки. Тыкносман. Фулл рейд уже чистить пора, то есть время пойдет. Смоньте первые 5 групп. Я тебе сейчас дам рылку вводит. Твага, слушай, а пока на замене сижу, можно перса, который на замене лопнуть, просто зайти целиком, там квесты поделать? Можно. В смысле, я в Дискорде, Тихо слышно. я в Дискорде здесь сижу, то есть на связи, просто персонажем. Окей. А что, ты на кого-то другого зайдешь? Да, у меня Ну, еще... типа, если байеров нету, я попробую хантом кусок один забрать и платить. Кому байер отправить по вопросам сам? На чё байер? На этот... На шею сока. На чё, на шею с кого? Шею сока. С Кильтаса, видимо. Да. А я ее могу забрать, или мне там капа приора не хватает, или нет? На нее кап не нужен никакой. Я заберу тогда. Нет, просто кому ему описать, чтобы пацаном сориентировали? Фарада, например. Окей. Делорусу можно. А Делорус тролль, ему чревато писать. Тебе Фарадыч там про цены шмоток напишет, узнать хотят. Линкую плащ, кому это надо на мейнспект. Тебе Рэла на ханта скинуть? Нет, просто промоут сюда. Промоут дал. А ты лут сможешь менять? Или лутера тебе дать надо? На трэш. Или чё, а групп лут же у тебя? А, все понял, на первого босса не иду. Жадный коняка. Чупалом? Сумоньте первые 5 групп. Пуляйте. Чупалом зайдешь? Да.
Да все тут уже, кроме Слабика. Не показалось ни у кого ДБМ тут. Ничего не показалось. Нет. Как обычно рассказываю. Сенька, зеленка, грит или распыл. От знаков или дари в воронок и БУЕшек все отказываются. Сядь. Стан, диспельте, пожалуйста, пристыпал один. Тебе только грудак нужен, ты пятый. Да, только грудак. Планисты 5? Да. Да, да, только грудак. Thank you.
Сантей, чего такое? Вон тебе Лёха в чате ответит. Кому из первых двух групп вообще никакой лут сока обычки не нужен? Кто хочет отправиться на слобик отбой? Так, Фарада уходит на замену на этого бота. Войд, подскажешь танку крепость, что да как надо делать? В общих чертах. Так, а кто будет танчить? Лёха, я, то есть и крепость, да? Нет, танчить будет Лёха, Блэккиллер и как раз крепость. Крепость наверху? Ну смотри, Лёха будет начинать со второй платформы. Блэк, я думаю, на трэше будет ему. Проще будет его собрать. Ну хуй знает. Блэккиллер лучше внизу. А этот лучше пусть побегает. Ну я побегаю за ним, посмотрю лучше. Как раз вот крепость будет, где я сейчас стою, первая платформа, Лёха вторая, а Блэккиллер будет внизу на трэше. Ну начинать лучше Лёхи. У крепости что там будет? А он 4. Полностью одетый. Как за паладина играешь, нормально? Ну, Заломан сходил с вами один разочек. Вроде норм. Но лучше ему, думаю, на второй быть платформе. А меня туда пустят? Просто... Я не знаю, как он, блядь, поймает этого уголька. Уголька пусть лучше ДКшник ловит. У него и ренджа, и ЛПшка. Ну, я и говорю, Блэккиллер, он внизу собирает первая платформа будет крепость, а вторая пианист. Просто пианист, он полчаса без дискорда. Я ему не могу сказать, там, пуль, не пуль. А чё, он в рейде, нет крепости? Да-да-да. Вот, перекинь пати к нам. А где ты? Не сумоненный, что ли? Где он? Нет-нет, я в Долоране. Давай тебе проверь шкаф. Там, короче, Феникс летает по четырем платформам. Вон еще, блядь. С пульти кто-то. По четырем платформам. Но он может взлететь в центр комнаты. Если ты видишь, что он в центр полетел, ты спрыгиваешь вниз. Если не успел спрыгнуть, тебя ваншотнет огнем. Вот. Когда он взлетает и крутится в центре комнаты, после этого он полетит либо к первой, либо к четвертой платформе. К крайним платформам. Вот. Твоя будет четвертая. Это справа. Лёха будет на первой. Блять, заебался я за ним бегать. Сука, ну словить его кто-то с этой стороны может. Кто-то на спидах там, блядь. Моб бегает, блядь. Видите, блядь, я бегу за ним, не успеваю, сука. Пиздец.
На той стороне его кто-то ловите, мы сейчас ему темную устроим. Вон там Санты бесом класс показывает. Или не вышло, походу. Круг ебанул, блин, за этим модом такой. Не достаю. Сантей, чё это у тебя на замену? Чё произошло? Чё, мне каски раздавать? Ну да, с тебя каски. Розария МП5. Давайте шкаф. Шкаф. Крепость мальчик. Кинь лутера на меня. Рубав? Чё там, чек на пул? Этот самый. Крепость, иди за черепком. Всё, забафался? Давай я в танке побуду, если что-то он это самое отлетит, там, сообразит, подстрахую его. За каким черепком? Черепок вот на мне, видишь? Покрутись вокруг, посмотри. Вот, видишь? О, господи. Вижу, вижу. Пошли сюда. Хилы распределились сами. Надеюсь, не надо вам говорить, кто куда бегает. Сами по танку выбрали. Вот тут по рогам дайте. Тут ловишь босса, танчишь, вот так вот стоишь. Вот. Так, чек на пул. Каску по разбойникам. Это если что, первая платформа, вон та напротив, четвертая. Каски никто не багал. Сейчас танку подскажут тактику, и все будет. Не кипишуйте. Если можете покурить одну минуту, ну две максимум. Смотри, короче, начинается бой здесь. Здесь начинаешь танчить, на тебя на пуля. И Феникс полетит потом на вторую платформу, где вот звездочка стоит. Потом он, когда он полетит на ту платформу, ты бежишь через эту платформу, на ту дальнюю, на третью, видишь, ту платформу. Через одну. Вот где. Это туда бежишь, сразу стоишь, ждешь. Если вдруг Феникс полетел не на ту платформу, а направился вверх, вот центр комнаты, где он кристалл этот висит. Вот тогда сразу спрыгиваешь вниз. Так. Если ты не успел спрыгнуть, тебя ваншотник. Вот. Ну, мне вот так бежать или через четвертую платформу? Бежать поверху. Ага. Потому что спрыгивать и замедлять это будет дольше. Спрыгивать надо только когда он взлетает вверх. Ну что, давайте, чек. Я с тобой побегаю, что скажу. Каска будет? Да, сейчас разбавка. Ну давай крепость каски по фулл рейду, давай. А кулак? А кулак вага, наверное. А розария, наверное, кресты. Кто кулак бафает петов, тоже бафайте, пожалуйста. Сейчас вага подойдет.
За киллера ты внизу танчил, да? Значит, когда Феникс залетит, ты обращай внимание на танка, который с тобой танчит, на звездочку, над его головой звездочка, и смотри, куда он бежит. Если он к этому подъему бежит, то ты беги к тому подъему. Если он вдруг к тому побежит подъему, то ты к этому беги. Вот. На его позицию, в смысле? Казум отвалился. Блять, будешь со мной бегать просто. Может, релогается. Кто там с замены в DC? Делаем проще. Настя, ты готова идти в рейд? Немножко борюсь с приступом, но в целом готова. Разум на замену. Шторм в Элема. Я убил Холика. Шкаф вон стоит. Да, Элбрил в холле. Монород, слышишь меня? Монород, прием. Скотина блохаста. Вага, кулаки, если ты даешь, бафни петов, пожалуйста, тоже. Мне нужен монород, причем срочно. Ягодный торт, релог. Торт, релогаешься? Полина. Монород, какие куски тебе нужны на офспек? Никакие. Забудь. Тут только плечи падают. Где Фарада? Только если ты из-за меня его спрашиваешь, то мне грудак на мейн, а не на ум. Нет, я знаю, что тебе грудак на мейн. Да грудак ему не надо. Тортик, тортик, где тортик? Диси не вижу. Ну народ. Допускай его в рейд, да вон штурма обратно в хилах. Ну, блин, сейчас подождем минуту одну. Где каски по рейду? Крепость дает. Крепость раздай, каски по всему рейду. По себе баф. Верчи на пул. Как подлетит, пуляйте.
черепком беги, кружок. Вот тут, где я встань. И смотри внимательно на босса. Если повернет лицом сюда, полетит. Вниз спрыгивай. Быстрее вниз. За мной беги. Беги быстрее, не отставай. Видишь звезда, где бежит? И где мы бежим? Угу. Сюда вставай. Наверху на Феникса смотри. Куда полетит. Туда летит. Идем за мной. На Феникс посматривай. Сюда сейчас встаешь. Встань. Вспрыгивай вниз. Повторяем. Наверху на Феникса. Смотри, куда полетит. Смотрим. Сюда летит. Поднимайся сюда быстрее. Быстрее. Когда подбежишь к нему, нажмешь там. Сейчас нажми, с меня заберет. За мной беги. Ой, ебать. Беги за Фениксом. И поднимайся наверх, сразу на вторую платформу иди. Чё там на бэккиллере, нормально, Феникс? Вот видишь, я быстрее добежал. Вниз спрыгивай сразу быстрее. Я как он заебал туда солетает. Не побежали. Чё-то даун чересчур активный сегодня. Чё? Как раз потренироваться. Смотри, куда Феникс летит сейчас. Сюда летит, поднимайся. Подбежишь, нажми таунт на босса. Тонко вставать, а я приеду, будет таунт и кончи. Вставай боком к краю, чтобы тебя хилы снизу тоже доставали. Только смотри, не упади. Вот, отлично. Беги через подъем на вторую платформу. Вниз. Перья. 400. Сейчас добьете. Все, фаза. Теперь иди сюда за черепком. Пианист танчит босса. Просто смотри, что он делает. Вот смотри, один танк танчит босса.
что на БКшнике эти мелкие. Мы с тобой забираем, два моба будут появляться, когда босс исчезнет и снова появится. Мобы появляются под боссом. Вот иди в черепок, сюда встань, сейчас смотри. Из лужи выходим. Тысяч хп моба. Вы еще убьете моба, а ауе, все убили. Там до пула надо людям рассказывать, наверное, минут 5. От черного отбегайте, откинет. Откинет, это хуево. Вот эти два моба подводим к ДКшнику. Нажимаем на них всякие способности. А мне вместе с ним их танчить, что ли? Он танкует их один, ты просто к нему их подводишь. Ладно, пускай на нем ДКшник, иди сюда со мной воить будешь. Тебе проще на ДКшке. Мобов подбирались. Подбейте мобов, два моба. Одного подбейте еще, моба, пока босс есть. Все, забирается. Владимир, для быка забейте. Второго забей. Мобов добейте сначала. Метки поставить какие-то бить или что? Крестик должен быть добит, блядь. Босс исчезнет через 3 секунды. 100 тысяч. Босс исчез, блядь. Не знаю, отбавилось ему такое или нет. Мобов вот этих надо подбить. Босс появится, сразу убить. Что это? Сложно так понять? Крепость, ты когда танкуешь вот этот трэш, ты его держишь так, чтобы упереться спиной в стену, и чтобы когда его убили, тебя вот так вот не откидывало, как ты летаешь. Угу. Уважаемый сядь, ты стоишь в луже, ты сейчас сдохнешь. Уважаемый сядь, ты тут? Ты что? Да нормально, нормально, мы сейчас его держим. По бежит. Ну конечно нормально, как танк хилишь. Стало бы что-то нормально. Нерочек у кого лишний. Мобов добить на танке не забываем. Лоу хпшных. Подбиваем 20%. Энджи. Инер. Подбиваете, подбиваете. Фул ДПС только по мобам сейчас. По боссам. Мобам. Бейте мобов. Осторожно, кружочек. Сейчас тебя откинем взрывом. Так я же спиной к стенке бежал. Но со спиной к взрыву еще. Взрываются маленькие мобы у Галила. Ё просто.
понял, да? Да, понял. Все, вот этих мобов подбиваете аккуратненько. Босс появится и их убьете сразу. И убьется босс. Все, отбегаем от черного пятна, чтобы вас не откинуло. Ну, ярости не было. Протовар. Этот самый. Добили вроде мобов. Все, там ляма босс. Сильнее по боссу добьете, успеете. На робота идем. Ну как тебе босс, крепость, нормально? Ну, такое, 50 на 50. Сказал бы, ебаный манекен, блядь, и все. Просто там что, курсы молодого бойца? Ну. Ага. Коника, ты уверен, что это? Да, на шудышку возьму. Он, по-моему, больше летает, чем делает. Кирс, что-нибудь нажми. А эти вещи ролятся или что с ними? Ролятся. Ну там... Через аддон я ПГП вот мастер используется, да. А вы после того, как куда-нибудь